Продолжение, ребята, игры Outward. Интереснейшая игра, хардкорная. С виду очень простая, но она просто жесткая. Приятного всем просмотра, ставьте лайк, поехали дальше. Ну что ж, мы решили отправить все... 7 погибших. Тебе, как всегда, не откажу в доброте. Даже под грузом собственных проблем ты находишь все силы, заботишься и заботишься типа о нуждающихся. Твои родители гордились бы тобой. Необходимость платить кровный выкуп — это чудовищно. Ужасно несправедливо, когда ты отвечаешь за преступления своих предков. Ведь тебя еще на свете-то тогда не было. Трудности меня не пугают, кроме этого. Отличный повод покинуть это место, отправиться за приключениями. Да? Я бы сказал, скорее сложить голову или потерять пару конечностей. Как говорят все, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Посмотри на мои протезы. Отличное доказательство того, что эта фраза полная чушь. От страданий никому проку нет. Любой устой, заставляющий невиновных мучиться, не заслуживает жизни. Иногда я задумываюсь, живы ли мы благодаря законам племени или вопреки им. Мне не на кого рассчитывать. Он мне говорит, вообще-то у меня есть небольшой тайник с добром. Я спрятал его на струще катастрофы. Ты найдешь его рядом с остовом старого корабля на юге. Северо-восток, а это юг. Запомнили? Когда откроешь его, помни, что луна правит звездами. Когда откроешь его, помни, что луна правит звездами. Запомнили. Напомните перед сундуком мне. Всегда береги себя, не становись инструментом в чужих руках. Ребят, где вы говорили, я что оставил? Опа, стоечка, стоп. Мачете халявная. Угу. Мне надо сразу посмотреть, не хочет ли он у меня спать, пока персонаж. Нет. Пока все хорошо. Ночью, кстати, прекрасно видно дроп, который, кстати, можно продать. Предлагаю начать копить бабки, ребят. Ваше мнение? Предлагаю начать копить бабло. В чем прикол? Почему этот топор дороже? Двуручный топор быстрой рубки. Просто топорик. Просто мачете. А с мачете решил не ходить. Мое мнение, мой выбор. Эту нельзя продавать, потому что мы ей рыбу вытаскиваем. Вилы. А где могут понадобиться, понятия не имею. Какой-то из топоров надо выкинуть. Какой? Маленький топорик. Да, нет. Не знаю. Давай вот так сделаем. Ёб твою мать. Блестящий порошок, который кузнецы используют для изготовления доспехов из сплава вороненной стали. Также очень высоко ценится в качестве алхимического реагента. А я не хочу его продавать. Подождите. Если барыга скупает за такие бабки его, сколько же он стоит? Я тоже думаю не продавать. Яйцо личинки. Не с варенью желудка. А? Морепродукты это мы приготовим. Ладно, давайте так сделаем. Так. Из жопы... Я, еб ты, как светлячок, на самом деле. Продолжаем. Очень внимательно смотрим. Так. Мы где-то вот здесь. Полностью лутаем всю вот эту зону. Ни в коем случае... А, мы сейчас, блядь, можем рыбу, да, так пропустить? Опа. Вижу, фиксирую. Ой, бля.
Ёб твою мать. Стой. Где трейдер? Чего? Что это за звук? Соленая вода. Фонарь пока гасим. Greetings, friend. Так. Трейдимся. Оп. 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 Еще 3 рубля. Будьте так любезны сюда. И котелочек один смело. Что делаем? Продаем. Кстати, у котелка нет прочности. Еще 9 тряпчиков сюда, пожалуйста. Трунь. 27. Я не понимаю, что вы, как эта игра делает, но у нее есть своя атмосфера у этой игры. Очень крутая атмосфера. Я не могу пока понять, как это она делает. Она не графикой берет, не чем-то таким. У нее просто есть какая-то своя вот эта тема. Торговец рыбой. А его даже на карте нет, прикинь. Greetings, friend. Прикол. Хочу кое-что купить. Обалдеть. И самое главное здесь, понимаешь, все на рандоме. Вообще все на рандоме. Сухпай. У меня, кстати, жрачки, ребят, очень много. Может что-то пропасть. Ну, 2 единицы, это ни о чем. А вот это вот то, что может пропасть за 4 единицы. Слушайте, а вот мне ребята говорят, Лёха, а на водоочистителе можно же пить. Бля, ведь это идея. Братцы. А где крантик-то найти? Ты думаешь, там есть крантик какой-то? А давай попробуем. О, стоп. Кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда. Ой-о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 й. Голод. Хавать, да, захотел? Ну, хавчик у нас есть. А жрать надо то. И воды еще с собой, ребят. 5 слотов. А как выставить? Не пойму. Блять, как выставлять на слоты? А, давайте разберемся сейчас в игре. Предмет. Попить. Хорош. А... Па-па-па-па-па. Предмет. А... Да. На 2 предмет. На случай, прям, когда вообще прям будет очень больно. Топор. Кстати, может этот салют кого-то где-то отпугнуть. Не уверен. А, у меня вопрос теперь другой. Ага, мы попили. Прикольно. Жалко, что в панели быстро это и не отображается. Не-не, все хорошо. Все, мы обеспечили себя водой. Прям, ну, просто забейте. Так, думайте, что надо захавать. Что-то нужно сожрать. Сожрать такое, что может быстро испортиться. Смотрите, у меня есть бутерброд. У меня есть вяленое мясо. Мясо уже начинает, по-моему, побольше. А, цифра 5. Все, понял, понял, ребят. Мясо начинает потихонечку это. Мясо потихонечку начинает отъезжать. Я съем мясо. Минус голод. Пища 83, нормально. Сон 75, все четко. Первая ночь пока что проходит все хорошо. У нас по бабкам, в принципе... А где наши тубрики-то? Фу, блядь. А где гроши?
Короче, там у нас нормально все. Потихонечку все идет. Итак, начинаем двигаться по кругу. Думаем, продавать ли нам рыбу, либо приготовить ее. Добежать до кухни, либо найти кухню и приготовить ее, думайте. Здесь все закрыто. Ты кто? Никто. Greetings, friend. Смотри, какая рыба есть дорогая. Ты представляешь, что можно выловить? А, фонарь еще и не бесконечный. Я понял. Прикольно. Ну ладно, он, в принципе, стоит не так дорого. Смотри, каждая рыба обладает своим, короче, приколом. Вилы продай. Я думал, как резерв их оставить. Я вот не знаю, вилами он может рыбу ловить? Подожди. Не, ну чисто теоретически, вилами можно ловить рыбу? Или не прокатит? Я бы продал сейчас одни эти. Что думаете? Greetings, friend. Вообще, по-хорошему, так как подсказок да нет в игре, надо самим думать. Наверное, он может ловить вилами. Да? Врага. Погнали дальше. Не будем время терять. Потому что время сейчас пока что нам очень драгоценно. Так, что по времени? 0:48. Глубокая-глубокая ночь. Ночью прекрасно все видно. Спасибо большое, да. Знаю, конечно. Деревянный щит. Пойдет. Не поднимаемся наверх. Изучаем полностью весь нижний ярус. Полностью. Смотрим всех и каждого. Склад. Так. Угу. Но бабло самое главное идет. Многие области очень темные, поэтому для их освещения нужны фонари и факелы. Если какие-то предметы вам пока не нужны, их можно спрятать в тайниках внутри домов. Помните, что даже серебряные монеты тоже имеют вес. О как. Еще один фонарь. Берем. Огниво на продажу пойдет. Еще плюс монеты. Все забираем. А что у нас по вместимости? А, видишь, типа то, что карманы дали слоты. Все берем. Вообще все забираем. Ты куда ты, ёпта мать? Увалился! Совсем, что ли? Чума, блядь. Ну-ка, сверни-ка рульку эту. Постилку свернули, забрали. Рецепт. Варенье из красных ягод. Если на пальцах объяснять. Учим. Учит готовить еду в котелке. А вот теперь мне интересно другое. Просто 4 ягоды и все. А можно сейчас изготовить? Блять. Эта игра, она продумана настолько хорош. Хорош. Просто хорош. Еще плюс 6. И плюс не знаю сколько. Я думаю, тоже где-то еще 3-4-5. Точно. Прям железобетонно. Так, а вот здесь вот уже пора. А, даже так. Перегруз — это уже плохо. Надо идти закидывать. Давай-ка одну кирку вот сюда закинем. Шка, здесь сейчас случаем никого мы не найдем.
А это говорит... Ёб твою мать, они с вилами. Я понял, блядь. Давай. Расскажешь потом. Угу. Ты реально выйти сюда хочешь? Серьезно? Чел, ты... Серьезно? Не-не-не, так не работает. Сюда? Нет. Нет. Сука. Опа! Хуя! Сюда. А что с лицом? Кручу, верчу, сука. Обмануть хочу. Опа. А что такое? А что такое? Горючая жидкость. Трезубец троглодита. Ёпта. Такое же, только... Послабже. Кстати, по-моему, это было горючее для лампы. Нахер на выход. Все продаем, у нас перегруз бешеный. Хорош, зарешали, зарешали. Там еще были типы. Это типа, я не знаю, это, блядь, мини-данж или что это. Но ночью можно там повоевать. Это по квесту нет. Нет. Там нужно было выходить через главные ворота. Это не по квесту. Продаем. Продаем. Да за грибом красным мы можем пойти когда угодно. Самое главное, мы поняли, что они неповоротливые, эти типы. Но у него есть круговая атака. Вот то, что у него есть круговая атака, это очень... Плохо, это очень плохо. Да. 6 стоит, ёпта. Пошел процесс. По единице. Блять, рыба по 0,5. Рыбу надо приготовить. Нахера мне 3 кремня? О боже. А, кирка! Двадцать 29 монет. Просто сюда. Сюда, сюда. Хорош. Весит, кстати, вот эта херня очень много. Меня эти вилы начинают напрягать. Когда что-то начинает напрягать, надо просто сделать вот так и все. Так. Одежду продай. Когда это сломается, чем ты, блядь, будешь в носу ковырять? Это резерв лежит. Если с тебя эту выбьют, здесь ты видел, с какой скоростью одежда ломается? Так. Угу. Я что, я не против здесь нафармить так-то между нами девочками. Слушайте, я так подумал. Мы же все-таки в данж зашли. Правильно? Правильно. А что мы мелочимся-то? Почему мы еще не под бустами с вами? Чего у тебя не выйдет?
Ой, блядь. Сука. Короткоствола. Сюда. Спокойненько. Льняная ткань. Хорошо. Хорошо. А ведь эти чуханы что-то охраняют. Лево-право. 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 Сука. Лево-право. Право-лево. Вот это что такое? Я все смотрю, где добывать руду. Я же не просто так с тобой кирку таскаю, правильно? Эти же утырки, они что-то охраняют? А? Они же что-то охраняют? Я думаю, что они эти гриб... Я понял. По кругу лока. Я отсюда пришел. Ёб твою мать. Два спуска. Грибы. Это не оно. Это не оно. Обычный гриб. Шляпа. Не оно. Сундук, говорят. Где? Сундук. Не увидел. Сундук, сундук. Подожди, это... Где типа убил? Сундук. Вот здесь вот, значит. Это сундук? Нет. Нет, и не ломается он. Нет. Опа! Сюда, не зря с собой я таскал эту. Сюда! В полу красные такие, как эти. Так, мы узнали, как добывается руда. И параллельно с рудой добывается огонь, масло для вот этой херни. Угу. Хорош. Вниз или влево? Вниз или влево? Вниз или влево? Я не знаю. Здесь грибы собрали, значит, нам вниз. Опа. Что? Что это такое? Ловушка? Что это такое? Сука, ловушка. Или нет? Или да? Что за тема? Прочесть. Внимание, эта дорога пролегает через опасные и необжитые земли. Вы будете в опасности, пока не вернетесь в деревню. Да? Нахера вы мне вот это написали? Ага, а как назад залезть? Не пойду. Не пойду. Говно идея. У меня нет вообще нихера. Пока рано. Пока что рано. Неплохо зашли. Пофармили. Выбили. Предлагаю выдвигаться на гриб. На мужика? Зачем на мужика играть? Просто заруинить заход. Мы же, ребят, можем. Мы же на хардкоре играем. Может быть, одна жизнь. И все, и будет габелла. Мы же даже не вернемся. Так. Это первый день. Самое главное, считаем. Первый день нашего выживания. Сейчас уже пойдет второй. Сейчас мы весь город, второй ярус лутаем. Продаем, смотрим, что у нас по грошам. Угу. Вот он, второй день. 5 утра. Ёб твою мать, третий день! Что? Что? Блять, мы же день спали. Ой, бля. Ты чё, родной? Ты чё? Ты чё, роднулечка? Спатеньки. Спатеньки, бабасики захотел или нет? Что он у меня за это
Так, ладно. Спокойно. Какие-то гаджеты, типа... Amber, my friend. Научишь меня драться, конечно. Чему ты хочешь научиться? Основы боя. Block your focus on the target you wish to. You can combo light attacks one after another. If you use a heavy strike at different points in your combo, you'll have diff curious. Ты сейчас серьезно? Уворачивайся от вражеских атак, тогда ты не получишь урон? What can I do for you? I wonder. What can I do for you? Я могу научить тебя маленькому фокусу. Как насчет умения калечить и замедлять врагов одноручным топором? 50 монет. Так, поехали дальше. Все лутаем. Все везде смотрим. Все. Опа-опа! Сюда, блядь. Кстати, дубильный станок. 3 рецепта. Самодельная кожаная шляпа. Самодельный кожаный наряд. Смотрим. Он тебе говорит, чтобы мне сделать крутую тему, причем реально крутую тему, крафт очень хороший здесь. Имеет дополнительные карманы. Он тебе говорит, дай мне обычную одежду, намути мне кожи, и он кожей обшивает обычные тряпки. Интересная механика, видишь, то же самое. Ничего, да? Очень интересно. Так, мы здесь все прошли. Пойдемте вовнутрь. Двора. Это кузнец. Это наш самый лучший друг. Просто априори. Стой. Ты кто? Руфус. Ты же целитель? Чего мне бояться? Что делать, если заболею? Ты можешь готовить или покупать разнообразные чаи. Ну, ёпта, это не новость. Не дает квеста. Не дает развития, не дает квеста, ничего не дает. Поехали. What can I do for you? Ремонтировать снаряжение у кузнеца. Ну, логично. А что он хочет? А, за 50 монет. All right. Ёп твой. Ёпта, фонарик. Спасибо, что напомнил. What can I do for you? Here's what I need. Что? Я сделаю тебе особую броню из голубого песка, если принесешь мне материал. А, 200 серебра. What was that? Расскажи мне о снаряжении. Довольно много. Что тебя именно интересует? Your equipment to repair your Такие прям элементарные вещи. Мне покоя теперь, знаете, что не дает? Мне не дает покоя вот этот лук. Бля, там такие алебарды лежат. Бердыш вообще лежит. Железный двуручный топор. Мне вот этот лук за 13 покоя не дает. Блять, вообще покоя. Прям жестко не дает покоя.
Но самое забавное, что он еще захочет. Блять, хотя 15 стрел. Взять? Или не надо? Я возьму лук. Я возьму этот лук. 7 всего заплачу. И возьму стрелы. А, них. Урон от яда. Физический урон и несколько попаданий вызывает состояние отравления. Слушайте, ну 2 или 3, ребят. Но это такой бред. Ну, конечно, лучше взять за 3. Только здесь еще эффект от яда будет. Ну, типа, одно серебро — это не к этой, не к Красной Армии. Честное слово. Я бы вот так вот просто сделал, и все. Да? Я понял. Да, все, да. Я понял. Знаете, я не особо и вообще как-то и хотел, ну. Ты кто? Хай! Hey there. Мать, здорово! Дай 2 рубля до полвторого. Она продает... Это для магов понеслась. Наряд ученика, блядь. Ага. Сколько он стоит? Угу. Копье, думаете, забабахать? Копье? What can I do for you? All right. Боеприпас для пистолета. А копье какое, ребят? Вот это? Да не, работяги, ну 25, ёпта. Да ну нет. Нет. 25 это уже, ну, это перебор. Братцы, мы не выформим просто. Hey there. Слушай, бабка, а у тебя есть соль? Не соли... Блять, не хочу вообще ничего покупать. Просто квесты надо посмотреть. Кого еще попадется? Вот кто-то сидит тут, языком чешет. Это лавочник. Is there something you need? Угу. Вот сучара, бабка, она наваривает, а у этого соль по 2. У нее, по-моему, по 3 было. Скотина, а. Такого уважения, блять. Я вот тоже думаю насчет сухпая. Я просто чекаю, сколько весит сухпай. 3 сухпай весит. Это очень много. Это как котел я с собой ношу. Жрачки у меня достаточно. У меня здесь 3 стака. Да. Значит, готовить еду тоже выгодно. Готовить еду выгодно. Попей, да это... На пятерку сейчас бахнем. У нас же с тобой бурдюк есть с водой. Так. Ну как прям взрослые. Не знаю, если честно, ребят, что делать. Везде все обошли. Вроде бы, да? Вообще везде, да. Ну что делать? Надо идти на 70-ку. За грибочком надо сходить. Давай воды наберем. Ну и что делать? Думаете идти? Не попустят меня там?
А вон эта баба стоит. Давай доберем воды. И погнали. Да ёб твою мать. Ягоды дают буст на быстрее восстанавливается. Бля, поспать бы, да-да-да-да-да. Сука, нам спать-то особо и нельзя. А как эту херню? Давайте по- заодно... Да, надо, все равно, надо лечь поспать. А, у нас щит еще тройку занимает. Вот я дебил, а? А, у нас еще и факелы. Как нам вот это заюзать? Увеличивает запас здоровья и выносливость, снижает запас маны. Блять, опять на ночь куда-то идти. Сколько поспать-то? Два? Парочку? Я говорю, здесь игра неожиданно удивляет. А, ремонт! Это как типа халявный ремонт еще можно? Восстанавливает прочность используемых предметов. Поехали. Прочность используемых предметов. То есть, чтобы по срочке не отдавать кузнецу, ты можешь во сне типа их ремонтировать бесплатно. Только те, что одеты. То есть, эту тему можно обузить. Когда у тебя все разбито, ты просто ложишься, и все, и у тебя все хорошо. Понял. Берем бурдюк. Нет, мы его не берем. Мы просто пьем до талого. Есть. Сон. Че по сну? И все, дорогая, ты успокоилась? Пища, да, херня? А, спальник здесь еще надо поднимать. Обалдеть. Я говорю, я в шоке с игры. Я... Она как-то, ну, внезапно она тебе такая, как бы говорит это. Простой грипп. Можно утолить немного голода. Ты ёпта. Хули нам питерским под... Ой, дебил, а. Я прошу прощения, я не хотел, ребят. Я просто, ну, человек уже, ну, возраст. Я приношу свои извинения. Блять, стойка нужна. Два спальника, а мы сейчас вот здесь немножко раскидаемся. Ну, по-моему, щит, кстати, можно продать вот этому типу. Но я не уверен. Нет, щит не продается. А вот спальник ему можно втулить. Сука, нет, не ему. Кому-то можно было. Да ладно, хуй. Кстати, странно, что он спальник не покупает на самом деле. Факелы вообще мне не нужны. Их никто нигде не покупает. Можно их просто взять вот так вот. Раздропать. У меня есть фонарь. И фонарь в прекрасном у меня состоянии. Он не убитый, не разбитый, никакой он. Древесина я всегда соберу. Всегда соберу с любого абсолютно дерева. Фонарь в отличном состоянии. Need something? Выпустишь, нет? Need something? Well, you got the essentials at least. Here. Самое необходимое у тебя с собой. Давай я научу тебя одному навыку. Он поможет тебе выжить во внешнем мире. Если я могу поучить тебя обращаться с каким-нибудь оружием из этого, что у тебя с собой.
то, что у меня типа в руках. Бля. Подожди. А черт его знает, с чем я играть-то буду. Ты стрелы крафтить можешь? По-моему, нет. Понял. Да выкинул я сейчас на фарм. Это. Слышь, дурак. What can I do for you? All right. Ну-ка, дай-ка мне вот эту штуку. Ага. Бумбоксер, блядь. Сок железа. Ладно, один факел пока что оставлю. А вот тебя, дружочек. Угу. По три стрелы. О, три. Ага. Тестим. Как? Да ну нахер. Нет боеприпасов. А как? А как? Чпок. Понял. Да дерево-то вот-вот. Все, считаю, уже плюс дерево. Такая вообще проблема. Слушайте, но он на 26 урона, это очень много, ребят. У меня посох на 17, а эта херня долбит на 26. Это очень много. Это без всяких вам приколов говорю. Я думаю, достаточно. Как он бьет? Просто стреляешь. Все. Идеальная механика стрельбы. А, еще и стрелу можно забрать. Понял. Отворяйся, собака! А можно научить меня из лука стрелять? Need something? Well, you got the essentials at least. Here, I'll teach you a skill. Оружие, из которого у тебя с собой, да. There you go. Mastering skills is the key to survival out in the wild. All right. I feel comfortable letting you outside the walls. Use the door when you want to head out. Открывай! Твою мать, блин. Вовремя лук купили. Это New World, как в клан вступить? Дай бог здоровья, ребят. Навык сейчас поставлю, я помню, помню. Спасибо. Неожиданно. Неожиданно. Значит так. Где-то можно поставить навык. Ага. 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 R. Навык. Сука. Легчайшее. Что это такое? Тьфу, блядь. А, да? 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 Сука!
И все? Блять. А как? Как вспомнить бабу-то эту? Бля, как она говорила? Что-то лево, да? Ёб твою мать, карты-то нет, ребята. О, петушара! Ёпта! Бля, буду петушара. Сука! Бан, блядь! Кожа мне из тебя нужна, урод! Ха-ха-ха! Есть пробитие, блядь! Увидел, где стрела упала. На нахуй! Извините. Блядь. Высунул, видел? Жало свое. Мясо. Есть сухпая. Есть сухпая. Плюс. Хорош. Хейтерочка попустили просто в прямом эфире. Жестко. Есть. Так, спокойно. Желтый пожилой жук. А бафы где мои? Не фиксирую. Плюс баф. 7 стрел. Это плохо. Вернули назад стрелы. Спокойно. Петушара. Подожди, я его догнать, наверное, могу. Сука, он меня клюнет. А я не хочу. А он клюнет. Ты чё, мразь? Ты чё, мразь? Ты чё, мразь? Ты чё, ёб... Твою мать, блядь! А-а-а, сука! Пизда тебе, блядь. Ну, сучара. Блядь! Стой, сука! Петушара. Ты, блядь, и добегался. Попался? На нахуй! Да-да, попизди мне, блядь. Сука! Бан, блядь. Стой! Стой, сучара! Что за звуки? Что такое? Чего? Чего? Чё? Странная маска на одежде, которую хочется. Скорость, ёб твою мать, передвижение. Плюс 15%. Ха-ха-ха! Ой, нихера себе! А чё это, кто это? А вы мирные? Блять. А кто это? Вы же мирные? Может, стражники? Вряд ли. Сучары на гопников похожи. Бля, буду гопники. А может, фермеры? А может, гопники? А может, фермеры гопники? Почему 4 стрелы? А их 10? Их 14. Еще крафтануть. Легчайше. Ну, что думаете? Гопы? Смотри. А, сучара, оружие достал, да? Да, сука? Ну, блядь, лови. На нахуй. Держи, блядь, аптечку. Хорошо. Беги, дядь Мить. Нахуй.
себе! Ты кто такой, блядь? Сука. Смотри, 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 смотри. Жестко. Жестко. Тихо. Че, сучат? Стамина закончилась. Блядь, ты куда целишься, дурак? На нахуй. Я Арира. Сюда. Солевые ребята, да? Блять, ничего нет, ни указателей. Куда, чего. Так и не понял, есть ли здесь хедшоты. Не понял. Ну, пока не могу разобраться, ребят, к сожалению. Все, алаверды, блядь. Сейчас стрелы закончатся. Начнется максимальное развитие. Я что подумал-то, блядь? Так с этой маской же проще от них убегать будет. Блядь, надо стрел нафармить. Надо железо, железо. Не фиксируются хеды, я тоже не заметил. Что мы выбили? 6-5. Тап. Мы очень дорогую... Это не дешевая херня, то, что мы выбили. Слушайте. А случайно 200 у нее прочность? Но у боевого посоха, ребята, 1,2 скорость. Говна, говна палка. Пошел, пошел, пошел. Теперь другой вопрос, кого они там гопнули? Они ведь кого-то гопнули. Помните писки-визги? Они кого-то, суки, гопнули. Кого? А? Блять, это что, лучник? На нахуй. Блять. Стрела где? Блять. А че он так быстро откис? Чел. Лук. Такой же. 26-12. Да. Стрелы. Стрелы, дай стрел. Хорош! Вот это красиво, дядь. Вот это очень красиво. Ёпта, тут дропа, бля. Кто, я потерялся? Прекрасно знаю, где мы находимся. Да знаю я. Да, блядь, знаю. Хорош. Слушайте, ну здесь, короче, надо всех попускать. Я это уже понял. Все, пойдемте за грибами. А, что-то со здоровьем печально. Не пойму, кто-то меня ударил. Кто-то где-то я завтыкал. А, что-то сожрать, сожрать. Хлеб. Да. И похилиться заодно. Хорош. В город, интересно, можно назад зайти или нет? Можно или нет? Сейчас, подождите, ребята, они кого-то там оприходовали. Я хочу сразу посмотреть. О! Вот они, сука, там. Подождите, вот этого петушару я не помню, я его лутал или нет? Да рюкзак полный у меня в карманах, пока зато есть место. Слушайте, башку мы с петуха прикольно выбили. Интересно, как здесь рарность предметов распределяется. Ну, типа, редкие, нередкие вещи. Или вообще этого нет.
Надо где-то найти железо. Не знаю где, но надо. Че, родной? А ты от усталости? Он от усталости бросает. Да ну нахер. Бля, шкуры. Очень надо. Очень надо. Просто в город. Просто ничего не говоря, просто в город. Так. А чё по бабосикам? Сейчас будет хорошо. Сейчас будет очень хорошо все. Я так думаю, он скидывает, знаете, когда? Когда заканчивается стамина. Я так думаю, но это не точно. Так, у этого трейдера сейчас все продадим. Угу. Надо еще сотню, да, где-то? Надо, короче, туда потихонечку двигать, за этим грибочком. Можно прям заспидранить этот грибок, но судя по тому, что сказали, что там какой-то лютый ад. Я, если честно, ребят, вообще думаю, а стоит ли вообще туда идти? Ну, серьезно. Вот смотрите, мы сейчас с вами, да, на ваших вот глазах, вот мы залутали. Greetings, friend. Мы залутали с вами первое. Смотрите, считаем. Раз, два, шесть меч стоит. Три. Продаем, потому что появилось, ну, в разы лучше. Еще и шкура пятак. Ха. Просто на ровном месте, где еще 19 подняли. Вообще на ровном месте. Я уже молчу про вот это. Меч на 19 урона с мечом, с одноручным я ходить не буду в любом случае. Он мне не интересен. Броня для крафта нужна. Аргументировано. Смотрим. Аргументированный. Такое замечание. Хорошее. Блять, если найти еще одну шкуру, мы вкрафтим такие доспехи. Куру. Дом. Ёб твою мать, дом. А если дом заберут? А где еще сундук был? А сундук, ребят, только дома. А дома жопа. На ровном месте клад. Хотя подожди, подожди, клад. Шапку-то мы нашли? Нашли? Нашли. Смотри, прикол. Кожаная. Вот она. Угу. Угу. А если сравнить? Обалдеть. Четыре, шесть, пять, запомните. 4, 6, 5. А вот эта шляпа. Ребят. Greetings, friend. Тут даже, ну... А чё она, подождите, дает бонус?
Расход выносливости минус 5%, я Greetings, понял. Прекрасный бонус, просто... Ребята, а шляпа-то отлетает. Это еще пятнашка. Отлетело. Далее мы крафтим именно уже топовую себе шапку. Бам. Плюс шляпа. Шляпа реально хорошая. И этот щит, который нельзя продать, уже просто надоел он мне, короче. И ботинки я хочу понять. Greetings, friend. Бурдюк можно продать? Можно. Почему бы и да? Мясо вообще не вижу смысла. Еще налутаем 100%. Я не буду, ребят, с мечом ходить. У меня другое оружие. Другой вообще профиль. 110. Мне осталось, чтобы вы понимали, просто понты. Реально понты. А я прихватил где-то какую-то заразу. Че? Пить, что ли, просто хочешь? Напей. Понял. Спать. Спать. Кровать. Кровать. Кровать, спать. Кровать, спать, ремонт. Кровать, спать, ремонт. Лук продай, у тебя их два, дебил. Сам понял, увидел. Реально дебил. Базара ноль. Так, на... сейчас, когда выход из города будет, продадим. Поехали. Пустите, а? Где кровать? А где кровать? А вот кровать. Поехали. Ремонт. Не знаю, насколько это вообще возможно. Я очень не хочу туда, блядь, ночью идти. Давай вот так. Сундук, ребята, я боюсь в этом сундуке что-то оставлять, потому что петушары могут потом этот дом забрать, если я не успею. А если я не успею, то все. Петушары все отнимут. Они могут. Бля, я не хочу, чтобы меня дом забрали. А какая это ночь? Четвертый день. Не осталось просто вот, вот просто понты. Реально. Вообще ни о чем. Давайте спальник здесь дропнем. Он реально нормально весит. Древесину просто, потому что надо прям раздропать. А, прикол. И ягод еще миллиард. Ёпта, у меня же здесь кухня, да, есть пока? Она еще пока что моя, пока у меня дом не отжали. Сюда. Это другое дело. Живем. И из рыбки. Бам. Хорошо. Я думаю, что вот это неплохо можно продать. Поехали. Могильщик, что ли?
Is there something you need? Я уверен, это можно продать. Да. Да. Да, это легкие 6. Или нет. Или да. Оставляем. А 200. С согревающим эффектом. Одну оставим. Вообще ни о чем, просто полезное лакомство. Блять, сейчас этот лосось откиснет. Нахер. Нахер. Все, что портится, все, что может сейчас отлететь, сразу нахер. Лук туда же. Вот. Еще плюс 25. Цены разные, я уже это заметил. Знаешь, что самое забавное? 150 нам надо? Хм. 150, да? Шляпа жесткая. Еды останется, да-да-да. Ну, допустим, если я сделаю вот так, так все. Только я не вот так делаю. Съев жука, можно защититься от холода. Я просто вот так вот их продаю. Так все. Так 151. Дом сучары назад вернули. Так все, ребят. Угу. А кому мне, в смысле? А квест кому сдавать? А кому надо отдать квест, алло? Не понял, блядь. Подожди, может их найти где-то надо? Ратуша. Точно, точно, точно. Ратуша. 100%. Но это рядом. Че стоишь? Дом я вернул. Все, платим налоги. И живем все спокойно. Ага. Хай. Хай. Greetings. How go your efforts? Я хочу поговорить о своем кровном выкупе. You have a way to make that payment. 150 при мне. And on time, too. Да еще и вовремя. Тебе удалось впечатлить меня и доказать, что ты можешь принести пользу нашему племени. Я послежу за тем, чтобы эти деньги попали к семьям, которые более всего в этом нуждаются. Спасибо тебе за твое усердие. Олиэль and Изан are leaving Сьезо. Есть еще кое-что. Олиэль и Изан покидают этот город. Поговори с ними, пока они еще тут. Что происходит, сука? Олиэль is leaving to go join the holy mission of Элат. Нормально. Хорошо. Тебе не понять, каково это, когда единственная дочь отрекается от своего имени и покидает дом. А Изан, почему он уезжает? Быть может, быть не может, чтобы он так быстро подготовился к новому походу. Послушай, кораблекрушение, в котором погибло столько наших людей, из-за которого чуть не оборвалась твоя жизнь, произошло по вине Роланда, брата Изана. Теперь весь город должен платить кровный выкуп. Почему вы в этом уверены? Ночь кораблекрушения он дежурил на маяке, но не сумел побороть сон. Петушара. Маяк погас. Он мне сам в этом признался. Тут спорить тогда бестолку. This is unacceptable.
Роланд осознает последствия своего поступка. Изан отрицает свою вину. Он решил отправиться в изгнание и навсегда покинуть этот город, вместо того, чтобы заплатить кровный выкуп и отдать свой долг племени. Это несправедливо, сука. Кровный выкуп должен быть обложен весь город. В противном случае тот, кто единолично несет наказание, почувствует искушение поддаться эгоизму вместо того, чтобы выплатить свой долг племени. Если ответственность возлагается на род, она сохраняется до тех пор, пока это необходимо. Персональная ответственность ведет лишь к кровопролитию. Не забывай, кровный выкуп — это не наказание, это уплата долга. Ты мне, блядь, расскажи, что это не наказание! Я вот тут в маске петушары бегаю тут по всем этим. Лутаю здесь, блядь, разбойников этих. Расскажешь бабушке. Короче, попрощайся с двумя этими типами и возвращайся. Спасибо, ёпта. Насрать тебе еще в сундук. Краев, блядь. Так, ну чисто теоретически мы себе вернули дом. Теперь у меня из сундука никто ничего не заберет, дом не заберут. Поэтому что? Правильно. Поэтому мы можем совершенно спокойно выложить что-нибудь. Если честно, я понятия не имею, что выкладывать, хотя нет, примерно представляю, что. Смотрите. Первое, что мы выложим. Одну штуку, вот эту херни мы выложим. Мы выложим ценные ресурсы. Мы выложим вот это. Мы выложим все для крафта, для приготовки. Мы выложим этот блядский фонарь, который мне уже в одном месте сидит. Мне не нравится этот топор. Он очень много места занимает. В поход я его брать не хочу. Мы выложим голубой песок. Да мы больше ничего не будем выкладывать, на самом деле. Ну что ж, это был второй день нашего похода, захода. Интересно. Интересно, если честно, получается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Колокольчик. Удачи всем, берегите себя. Пока-пока.